Мошенничество в особо крупных размерах. Немецкая полиция расследует деятельность фирм по уходу за больными, которые обманывали государство на миллионы евро. Как и при чем здесь русская мафия? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Медицинская мафия. В Германии раскрыта сеть фирм по уходу за стариками, тяжелобольными и инвалидами, которая обманывала страховые кассы, а соответственно и государство. И основали ее выходцы из стран бывшего Советского Союза. Расследованием этого дела немецкая полиция занималась несколько лет. В СМИ попали только некоторые выдержки из многостраничного итогового доклада. Но и из них ясно, в Германии работают как минимум 200 фирм-мошенников, которые основали выходцы из стран бывшего Советского Союза. Аферисты придумали хитрую схему. Они договаривались с пациентами, которые симулировали различные заболевания и неспособность ухаживать за собой. Например, самостоятельно передвигаться, принимать душ или готовить еду. Якобы оказывали этим людям услуги по уходу, потом отправляли счета в страховые кассы и получали деньги. Либо просто напрямую договаривались с врачами и выставляли кассам поддельные счета. По данным следователей, большинство таких фирм работали в Берлине, Бранденбурге, Нижней Саксонии и были связаны между собой. В ближайшее время дело передадут в прокуратуру. Ущерб, который фирмы-мошенники нанесли государству, оценить сложно. Пока идет расследование, эксперты оперируют только предварительными цифрами. Речь может идти об астрономической сумме на миллионы евро. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».